Вот он наш попадос. Кто говорил, что собрали мы лук и распродали. Это совсем не так. Вот он стоит в рядках. Это 10 гектар Штутгарта. Из-за ряда причин. Поломка техники. Как раз перед уборкой, по-моему, 12 дней дождей. И примерный объем того, что насколько мы попали, где-то примерно, если посчитать, примерно 5 миллионов. Тут уже не знаю, миллионом больше, миллионом меньше, но вот фермерский попадос. Ну, также подвели очень много людей, но мы не мошенники, мы этот лук не продавали, просто, да не просто, ряд причин, о которых не хочется говорить. В общем, как-то так. На следующий год весной будет здесь огромное количество зелени, если не решим и все-таки не перепашем это. Да, начиналось все неплохо. Были уверены, что соберем. Хоть и непланируемый объем, но что-то соберем. Как-то так. Есть, в общей сложности где-то в поле осталось 400 тонн лука. То есть тонн 200-300 Штутгарта. И тонн 100-200 дайтоны. Но завезли дайтоны. Неплохое количество. Неожидаемое, конечно, но хотя бы. И завезли 850 тонн капусты. Есть чем отдавать, но, конечно, да. Извиняюсь перед всеми. За всех, за всю команду эту нашу. То, что подвели. Мы будем рассчитываться и в дальнейшем все равно. Нужно работать и как-то продолжать и компенсировать это людям, которых мы подвели. Ну все, больно показывать-то нечего. Грустно. Ну, как-то так. Весь лук в поле.